Сейчас я кое-что вам расскажу. Я думаю, вы видели такие примеры не один раз. Бывает такое, что, казалось бы, более достойные люди годами не получают повышения, а их коллеги, которые не блистают умом, быстро продвигаются по карьерной лестнице. Про таких людей обычно говорят, что они наглые, либо пробивные, или просто им везет. В действительности это умение действовать в своих интересах. Оно-то и помогает им достигать большего успеха, чем их безинициативным или нерешительным коллегам. Инициатива – это важное качество успешного человека. Нехватка инициативы – это причина того, что человек не достигает своей цели. Такие люди ждут указаний и приказов, им нужны советы и волшебные пинки. При том, что это умные и талантливые люди, но они всю жизнь прозябают в унынии и бедности. Со стороны может показаться, что им не везет, а на самом деле они просто не проявляют нужной инициативы. Помните, вы и только вы ответственны за успех вашей жизни. Не ждите, начинайте прямо сейчас действовать. Оцените ваши ресурсы. Это ваши способности, данные вам от природы, это ваша сложившаяся ситуация и ваши возможности, которые есть прямо сейчас. Основываясь на этом, продумайте шаги, как прийти из точки А, где вы сейчас находитесь, в точку Б, это точка вашей мечты. Составьте конкретный план действий и сразу начните действовать. Действуйте смело и решительно, и ваша жизнь сразу начнет улучшаться с поразительной скоростью. Приучите себя быть инициативным человеком, думать и действовать ради себя. Вы знаете, что ничего в этой жизни не дается просто так. Наивно полагать, что успеха достигают только те, кому везет. Только тот, кто не растрачивает свою энергию зря, не тратит время, не витает в облаках, а действует решительно, активно и смело, только тот достигает успеха.